Около 100 человек пронесли транспаранты и воздушные шары от Парка Победы до Первомайской площади. Это праздник их молодости. Я хочу вас поздравить от имени черногорцев с 101-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Революции, которая дала землю крестьянам, фабрики, заводы рабочим. Труд стал достойным. Однако на Первомайской площади события внезапно приняли весьма хулиганский оборот. Красноярские телевизионщики пытались взять интервью у Валентина Коновалова. Пока журналистка догоняла лидера местной КПРФ, кто-то напал на оператора, выбил из его рук камеру. ОМОНовцы стали ловить хулигана, им тоже пришлось несладко. Он хватает камеру вот у моего оператора и просто и бросает ее об асфальт, и она у нас разлетелась. Вот и весь комментарий, который я получила. На простой вопрос, почему там он хотел встречи. Он первый раз кинулся на меня. Я говорю, отойди. Ну, я тоже, да. Второй раз он уже просто подбежал и просто ударил меня по руке, блин. Соответственно, все вылетело и улетело. Но... Сейчас выяснением всех обстоятельств занимаются правоохранительные органы. Но это не значит, что я его знаю. Правильно?